Каждую пятницу ровно в 9:05 черный Мерседес притормаживает у метро Чембер-стрит. В него быстро садится человек в желтом галстуке. Наша цель – подменить курьера и узнать, что сообщают в машине. Сработаем чисто. Значит, отхватим за день 6 миллионов баксов. Провалишь операцию, как будешь расплачиваться? Я бы на твоем месте очень волновался. Черт! Слушай, ты придурок. Ты вообще понимаешь, что сейчас произошло? За одну минуту ты разрушил всю мою жизнь. Сегодня был последний шанс. Мы можем все провернуть на следующей неделе. Среди бумаг, оставшихся от отца, я нашел то, что реально стоит кучу денег. Его убили 10 лет назад, но мать говорила, что он владел крупным бизнесом в России. Вот, посмотри. В общем так, едем в Россию. Какое срочное дело могло вызвать тебя сюда? Человечек позвонил. Говорит, что сын некоего Александра Белого. Вытряси все. И ставь на нем крест. Ты сюда зачем приехал? Бабки срубить! Я вляпался и приехал продать часть своего наследства. Ты вообще знаешь, с кем ты общаешься? Я знаю точно, что он не мог убить человека, понимаешь? Сын Саши Белого. Очки снимите, пожалуйста. Цель вашего визита к родственникам. Ты забыл, в какие игры снова ввязываешься. Серьезные дела решаются переговорами. Я знаю, кто был мой отец. Я Фил. Был уже один Фил на семью Беловых. Океаны не смоют прошлое. Мам, все хорошо. Я отвечаю за свои слова и поступки. Как же ты сейчас похож на своего отца. Да, погоня за нами. Мы вместе в это ввязались. Значит, и выпутываться надо вместе. Я должен отвечать за свои дела. На, иди отвечай. Быстро оперативный штаб подъезда. Держитесь, парни! Валите всех нахрен. Белый жив. Слушай, давай как-нибудь посидим спокойно, поговорим. Без полиции, погони. Так, для разнообразия. Лучше бы ты черным родился, а не сыном Саши Белого.